Главный вопрос заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям – аварийное состояние комплекса гидротехнических сооружений на озере Сенеж. Они были построены в середине 19 века. В советское время содержались за счет государства. С 1996 года финансирование полностью прекратилось. И лишь в 2003-2004 годах по федеральной программе энергосбережения России и областной программе экологии Подмосковья были выделены бюджетные средства на реконструкцию донного выброса и здания мини-ГЭС. Работы по восстановлению самой плотины из-за отсутствия финансовых средств не проводились более 17 лет, что привело к частичному разрушению верхнего откоса, следствием чего явился интенсивный подмыв тела дамбы. По своему статусу все гидротехнические сооружения Сенежа являются федеральной собственностью. Согласно плану приватизации от 16 мая 1994 года, они были переданы на баланс ООО «Солнечногорская ПМК-19» без указания источника финансирования. С тех пор все ремонтные работы «Солнечногорская ПМК-19» проводила за свой счет. Сейчас продолжать финансирование стало невозможным, и ПМК сняла с себя обязательства, сообщили на заседании. На данный момент ситуация с состоянием гидротехнических сооружений плачевная и может привести к трагическим последствиям. Из-за отсутствия охраны, так как объект относится к категории особо опасных, значит, на прошедшие выходные в верхнем здании, где стоят отворы, были выбиты все стекла. Значит, подстанция, от которой идет питание, насосов, которые качают воду с нижнего бьефа, чтобы не затопило машинный зал и панель, которую построили в 1825 году, значит, ее подмыло, осталось 30 сантиметров. Она питается 6000 вольтами по капелю. Если кто-то знает, что если она пойдет в воду, то в воду пойдет 6000 вольт. Слава Богу, что у нас зима такая была бесснежная, и уровень воды был маленький. А если будет так, воды чуть побольше, может привести к несанкционированному сбросу воды, затоплению 4 населенных пунктов полностью Солнечногорского муниципального района и Таракановского шоссе, подтопление ряда населенных пунктов Клинского муниципального района. Заслушав и обсудив все доклады в целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации в Солнечногорском районе, комиссия приняла решение. Управлению экологии и природопользования подать предложение по созданию комиссии по проверке технического состояния комплекса гидротехнических сооружений на озере Сенеж. Финансовому управлению дать предложение о возможном источнике финансирования восстановительных работ на комплексе гидротехнических сооружений. Комитету по управлению имуществом дать предложение о подготовке документов для приема комплекса гидротехнических сооружений в муниципальную собственность. Оксана Федяшина, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».